Мы все еще находимся на фестивале «Улетай» и общаемся сегодня с группой «Оливия», которую открывали второй конкурсный день. Привет, ребята! Привет, привет! Здоровайся, Андрюш! Привет! Как вообще эмоции, как впечатления от выступления? Слушай, на самом деле лучше, чем ожидалось, потому что мы ожидали, что там, в 11:30 утра мы будем плясать, скакать перед 2,5 землекопами, а толпа, ну, прям приятно удивила, во-первых, количеством своим, во-вторых, фидбэком, потому что зрители максимально легкие, настроенные, то есть они пришли просто слушать музыку, скажем так, без претензий, ну, какая-то энергетика приятная, очень добрая. Здорово, Андрей, есть что добавить? Я думаю, Иван все сказал. Единственное, то, что хотелось бы сказать, респект организаторам за офигенно мощный звук. За очень мощный звук, мне понравилось. Вы здесь только на свое выступление или останетесь на других участников, и в том числе не конкурсных? Нет, мы пока еще тут, да. Слушаем, наслаждаемся музыкой, погодой, жизнью. Скажи «да». Да. Отлично. Тогда следующий вопрос будет исключительно Андрею. Насколько тебе сложно играть на гитаре и на клавишах? Ну, я думаю, мне нет смысла что-либо говорить, потому что Ваня в разы сложнее. Лучше этот вопрос. Ване мы зададим другой, такой же вопрос, но исключительно ему, а ты пока отвечай на свой. А, Ване такой же вопрос задавали? Да. Ну, я тогда скажу, что мне очень сложно. Вот, намного сложнее, чем Ване. Он выпендривается, говорит, что у нас все по-другому, но нет. У меня же не только гитара, у меня и педалборд, у меня провода, у меня клавиши, там ноутбук. Причем у меня не одни, у меня же три клавиши на сцене стоят. Во все нужно тыкать. По всем трем надо пальцами попасть еще. Тыкать, пальцы-то у меня 10, а руки 2. Факт. Тут как бы, ну, в общем, я думаю, все очевидно. Анатомия с Андреем Галкиным. Отлично. Кто из групп вообще здесь является вашим фаворитом, если брать конкурсантов? Или нет таких? Конкурсантов? Скажи Оливия. Оливия, да. Очень мощные ребята, на самом деле. Вайп у них прикольный, посыл, да и материал. Да, ну, на самом деле, поющий барабанщик. И, самое интересное, вы видели, у них гитаристы на клавишах и на гитаре играют? Типа. Ну да, это очень редкое явление. А проводов-то у него сколько? Вау, это ужас. Самое главное, на проводах играет очень красиво. Да. Там такой звук, такой мелодично, звук. Мелодично, да. Сразу видно, человек над техникой постоянно работает, над звуком своим. Ну, то есть видно, заморачивается человек, да. Да, и я бы хотел еще передать спасибо Тиму Куку за Type-C разъем. Очень спасает на сцене, спасибо. Звук более приятный становится, да? Ну, там качество в разы нашего материала выросло с тех пор, как мы перешли на Type-C провода. Круто. На «Улетай» первый раз или уже приезжали? Нет, на «Улетай» мы первый раз, и на самом деле было неожиданностью, что мы прошли. Но, как бы, мы очень этому рады. Во-первых, путешествие, во-вторых, новая площадка, новые свершения. Победим — будет круто, не победим — ну что, придется с Андреем драться. А у вас что, спор заключен, вы драться будете? Не, мы так, по-дружески, не до крови. Ну, тоже неплохо. Вообще, долго ехали? Да, получается 8 часов из Екатеринбурга, это учитывая смену часовых поясов, плюс до площадки добираться еще час. 9 часов мы ехали, в общем-то. Очень долго, очень долго. Мы ехали 26 часов, тоже со сменой часовых поясов. Вообще фигня по сравнению с вами. Да, ты сравнила, блин, куда? 9 часов это, извините, в плацкарте еще, представляешь? Там еще у нас бабушки на нижней полке курицу ели постоянно с яйцами. Это не шутка. Они даже Андрея пытались угостить, а у него свои яйца были. И это тоже не шутка. Он их ел. Да. Хорошо. А у вас, получается, сказали, что завтра где-то играть или... Да, мы завтра уже играем в Екатеринбурге. Поэтому, если
так уж сложится, что нам придется играть здесь, придется раздваиваться. У нас двое, один поедет играть, другой будет играть в Екатеринбурге уже на фестивале. Ну да, удобно, как раз черные, белые, инь-янь, двое, прям вообще идеально все. Да, я на барабанах и вокале, Андрей там у себя на проводах, клавишах и гитаре. Отлично, ну что ж, спасибо за интервью, у вас действительно было классное выступление, и желаю вам удачи пройти. Ну хотя, если вам завтра концерт, то желаю тогда уж не пройти, а отыграть круто завтра. Спасибо большое, слушайте Радио Шок. И используйте ТАПСИ провода. Дрожащий голос пустослов, что в такой момент меня обрёк. Раскрыть все чувства, что я там долго высказать не мог. Но только правду в лицо тебе ни разу не солгать. Таким глазам я никогда не смог бы отказать. Что с каждым знаком от тебя я ухожу все выше к облакам. Сбываю в воздух, подобно алой розы лепесткам. Я снова слышу, как твое сердце бьется в такт моим. А значит, в поле в одного я не победим. Зачем же мне этот воздух? Его не жалко ничуть. Хочу момент оттянуть, и мне не страшно во мраке. Спасибо большое.